prochain patineur, représentant l'Allemagne. Please welcome the next competitors representing Germany. А дуэт, представляющий Германию, но в котором оба партнера прекрасно говорят по-русски, Нелли Жиганшина и Александр Гажи. Что касается партнерши, то она и вовсе родом из Москвы. Ну, а живут и тренируются эти спортсмены в Оберсдорфе, который с каждым годом становится все более серьезным местом для проведения тренировок. Благо, все условия там есть. И, кстати, очень странно было не увидеть Нелли и Александра на Нибельхорн-трофе в нынешнем сезоне. Ну и традиционно начинают с яркого представления уже на первых секундах своей программы спортсмены, тренером которых являются Ростислав Синицын и Мартин Скотницкий. Поехали, смотрим. A group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for a blue kind of music, and now they play it from Steamboat Springs to the past. Но, честно говоря, не очень понятно. Нужно требовать либретто. Во всяком случае, как только появится возможность, я постараюсь его выпросить у Ростислава Синицына, и тогда, возможно, будет несколько проще судить о том, что нам пытаются донести со льда Нелли и Александр. Но в любом случае, это очень ярко, это очень красиво, это всегда нравится публике. Ну, а если у тебя, скажем так, нет медальных претензий на олимпийский сезон, то можно вспомнить и о зрителях. В конце концов, практически каждый спортсмен то и дело журналистам говорит о том, что он играет, как футболисты, хоккеисты, представители остальных игровых видов спорта для зрителей. Танцоры, другие фигуристы катаются для зрителей. Даже, я не знаю, там стрелки из лука и то пытаются стрелять для зрителей, по счастью, не в зрителей. Но на деле мы видим, что о публике очень часто забывают спортсмены. В том, что касается... Шоколадные вафли, котлеточка. Матей специально для тебя. Что касается вот этих спортсменов, вот этого тренера, то они о зрителе не забывают практически никогда. Ну и для Мартина, для второго тренера этого дуэта, судя по всему, Нелли готовится привезти либо испечь уже по возвращении в Оберсдорф шоколадные вафли. На мой взгляд,
Отличное решение. Ну и, кстати, вы знаете, какая пришла в голову мысль после, не после, а еще во время проката немцев, они-то на Олимпиаде будут. А вот Хабил и Донахью выиграли Оберсдорф. Сейчас могут после короткого проката проиграть только канадцам. И, скорее всего, они будут после короткого танца в тройке. Сейчас посмотрим, во сколько оценит Вивер Поже. Но, учитывая, что дело происходит в Канаде, наверное, Кэтлин и Эндрю, вне зависимости от проката, получат больше, чем Хабил и Донахью. И вот смотрите, при том, что такие прокаты... Сейчас на отрезлах, очевидно, пошатнуло Александра, и потому не должны быть очень высокими оценки. Они не очень высоки. Но я закончу мысль относительно Мэтиса Хабила и Захария Донахью. И вот при том, при всем, что они выиграли Оберсдорф, они достойно смотрелись на Skate America, они прекрасно смотрятся пока на Skate Canada, они не попадают в олимпийскую команду. Они четвертая пара, хоть ты тресни. Есть Дэвис, есть Дэвис Уайт, есть Шибутани, есть Чок Бейтс. И нет места на Олимпиаде Хабил и Донахью. А ведь они хороши. Что делать в такой ситуации? Я не знаю. Ну, можно включить тренерский совет. 55,91 сотая балла. Результат на Лижиганшина Александра Гажи. Это третий результат. Вслед за Хабил Донахью, вслед за Рязанова и Ткаченко. И насколько они опередили в итоге Степанова Букина? Меньше, чем на 0,3. Борьба будет жаркой. Veuillez accueillir les prochains personnages.